что же такое капсульный гардероб? Никто не знает, и я тоже. Вот сегодня я готова ответить на этот вопрос. А Ира мне подскажет. Вообще, мне кажется, хороший ответ тому твой сторис. Потому что неважно, какой год, какой сезон, все вещи между собой сочетаются. Абсолютно. И мы сегодня это вам докажем. Да? Угу. Чтобы не быть голословными, мы с Мариной составим по три образа. Голосуйте, голосуйте. Ира забыла сказать «голосуйте». И оставьте свой комментарий. Сегодня я выбрала это пальто и покажу вам в трех образах, как можно его носить, с чем и куда. Этот образ я часто использую в дорогу, потому что он очень удобный. Здесь достаточно широкие джинсы, они не стесняют движения. Объемная рубашка в мужском стиле, я их очень обожаю. Ну, естественно, мои любимые кеды. Их у меня уже три пары, это третья пара. Вот, одни у меня в Екатеринбурге, другие в Москве. Так как я живу на два города. В общем, они удобные, они подходят ко всему. В общем, они мои любимые. Мой выбор – это платье-шелковый халат. Такой экстремально опасный выбор, потому что выглядит как халат, да, в прямом смысле. Но нет. Сейчас я вам покажу три образа с этим платьем. Если у вас есть в бюджете 10 тысяч рублей, потратьте их, и они будут потрачены не зря. Я подобрала сюда аккуратные босоножки. Самое важное – красный педикюр. Я считаю, что это платье для самых смелых девушек. Главное – не перепутать с халатом. А второй образ я решила сделать более элегантный и женственный. Его можно использовать на работу. Но при этом использовать такую большую сумку, она удобная, туда все вмещается. Вот. Но если вы хотите пойти вечером на вечеринку с друзьями, можно добавить в такую маленькую, и платье будет казаться коктейльным. А второй образ, который я выбрала в черно-белой гамме, вот такой. Сюда подойдут любые лодочки. Какие вашей душе угодны. Утром в лодочках с чашечкой кофе и круассаном с видом на океан. А вечером босиком с бокалом вина по пляжу. Я хочу уйти со съемки и улететь куда-нибудь. Все, пока. Третий мой образ я решила сделать более весенним. Одела такой костюм из денима. Мне он очень нравится, он очень удобный. Если вы хотите носить мини, но стесняетесь, можно дополнить его вот этим пальто. И... Да. И тем самым вы слегка оголите ноги, но слегка прикройте. Я уверена, что эту вещь можно спокойно брать в поездку, например, на отдых. Потому что у нас получилось три образа, один casual, вот сейчас он на мне, очень удобный. Вот так я бы полетела на отдых и пошла на экскурсию. И я думаю, что можно еще кучу-кучу всего придумать с ним. У нас просто ограниченное эфирное время. Но у меня в голове еще в запасе 5 образов, представляете? А я вас прошу проголосовать за один из этих образов. Тогда в каком-нибудь из выпусков я покажу вам оставшиеся. Но нет. Остальные три образа вы можете увидеть у меня в Инстаграм. Или в Инстаграм Twelve Stories.